в дни бесконечные, по воле святой, ему есть свой предел, свое время. Он рассчитан с любовью, с заботой Отца, и по росту тебе, и по силам, чтобы смог ты его донести до конца, может быть, и до самой могилы. Чтоб блаженно ты был, свято, праведно жил, благодатью святой наслаждался, перед лютой бедой не робел, не тужил, добрым подвигом впредь обязался. Чтобы образ святой и подобие его среди шумной толпы суетливой в существе отражалось в сознании твоем, должен крест унести терпеливо. Не завидуй чужому, упал, не ропщи, и неси ты на тяжкую долю, утешение в горячей молитве ищи, прославляй неизменную волю. Через пучину страстей в лучезарную даль служит он для тебя переходом. Там навеки забудешь тоску и печаль в царстве Божьем, с Божьим народом.